С 31 июля по 11 августа Московская духовная академия приглашает принять участие в обучении по программам повышения квалификации. Слушатели смогут получить уникальную возможность пройти обучение в лучших традициях старейшей духовной школы и ведущего педагогического университета России, пообщаться с известными богословами и преподавателями, а главное – погрузиться в жизнь древнего монастыря и помолиться вместе с насельниками Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Слушателям предоставляется возможность проживания в паломнической гостинице Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Следите за нашими новостями в соцсетях, Facebook и ВКонтакте. Подробная информация об условиях обучения по телефону плюс 7 963 711 63 51.